Разложить деревянные дорожки, установить раздевалки и спасательные вышки. И муниципальный пляж «Чайка» в центре Адлера будет готов к приему отдыхающих, утверждает арендатор этой полуторакилометровой зоны береговой полосы. Мы планируем открыть пляж к 25 мая, то есть 25 мая уже будут установлены переодевальные кабины, душевые кабины, установлены спасательные посты, на которых будут находиться спасатели. На данный момент обучено 53 спасателя, сделана чистка дна. Купальный сезон закаленные сочинцы и туристы открыли еще неделю назад. Температура воды уже комфортная, считает Эдуард Чехленко. Туристы Свердловской области отдыхают в Сочи с дочерью. Считают, что курорт год от года меняется в лучшую сторону. Ездим на море уже, ну, конкретно сюда несколько лет. И вот в последний год нравится еще больше, что очень чисто. В этом сезоне для любителей солнечных ванн и морских купаний в Сочи будут открыты 147 пляжей, на 15 больше, чем в прошлом. В полную силу заработает постолимпийское наследие – 7-километровая Меретинская набережная. Там будет работать 3 муниципальных пляжа. Часть береговой полосы благоустраивают отели. Кстати, некоторые из них уже почти завершили работы. И уже видно, что это качественно новый подход к организации пляжного отдыха. Новое дорогостоящее оборудование и новый дизайн. В администрации города рассчитывают, что пример оформления пляжных территорий в Олимпийском парке вдохновит арендаторов в других районах курорта. Особое внимание при выдаче паспортов готовности будет уделяться безопасности. Какие мы принимаем меры безопасности, потому что мы в ответе за тех, кто приехал к нам, а вода, море, они не прощают недисциплинированности, они не прощают расхлябанности, и в ответе за это мы, те, кто их приглашает. Мы обязаны создать условия, при котором люди будут находиться в безопасности, в том числе и на пляжных территориях. Водолазное обследование на 147 пляжах сейчас проходит. Разработан график. Согласно этому графику, ГИМС проводит освидетельствование пляжного оборудования, спасателей и самих пляжей. На пляжах будут камеры хранения. Также на пляжах устанавливается и установлено более 300 камер. На пляжах установлены медицинские пункты, полицейские пункты. Центральная набережная курорта также готовится ко встрече гостей. Во время зимних штормов пляжи здесь сильно пострадали. Поэтому арендаторам впервые за 10 лет было дано предписание сделать отсыпку береговой полосы. По нормативам пляж не может быть меньше 50 метров в ширину. Добросовестные арендаторы эту работу уже завершили. Другие к отсыпке гальки еще и не приступали. К примеру, вот здесь на пляже Солнечный от края воды до волноотбойника менее 10 метров. Если к началу курортного сезона ситуация не изменится к лучшему, говорят в администрации, с арендатором будет расторгнут договор. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.